Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены. Трое поймали пьяного мужика и говорят: бабки гони. Тот говорит: нет проблем. И вытаскивает из кармана ствол. Легли. Ты легли. Так, теперь плывите за мной. Те на асфальте изображает плавание, ползут по асфальту, ползут, и потом один из них говорит: ну ты жестокий, кто же по асфальту плавает? Тот говорит: не шуми, а то будешь нырять. На рынке покупатель говорит: у вас рыба свежая? Продавец говорит: конечно свежая, что не видишь, даже рыбак еще не протрезвел. Одесса, трамвай, который подъезжает к вокзалу, устанавливается, не доезжая до вокзала несколько сотен метров. В салоне трамвая мечется приезжий с чемоданами. Наконец он спрашивает у сидящего рядом одессита: скажите, это вокзал? Одессит говорит: нет, так и это трамвай. Известно, что главный закон экономики – это не хранить все яйца в одной корзине. Неправильно. Главное – откуда взять эти яйца. К Штирлицу пришла расшифровка из центра. У вас на родине родился сын. Штирлиц прослезился. Он уже 7 лет не видел своей жены. Подписываемся, кликаем на колокольчик.